Россияне охотнее общались с коллекторами и активнее гасили задолженности в декабре прошлого года. Как объясняют взыскатели, люди стремятся войти в Новый год без долгов. Кроме того, многие получили 13-е зарплаты и премии, и часть средств отдали на погашение задолженностей. На платежную дисциплину, как это ни странно, положительно повлиял локдаун. Люди больше экономили и частью средств оплачивали долги. Подробнее читайте в наших новостях.